Я начала замечать, что игровая периферия становится более сдержанной в своем дизайне, и мне это нравится. Не всем нужны куча ярких вставок и светодиодная подсветка, которые к тому же увеличивают цену. Ну и как вы уже поняли, сегодня смотрим на RAW-версию наушников SteelSeries Arctis. Коробка Arctis RAW очень информативная. То, что производитель позиционирует ее как профессиональное устройство, замечаешь сразу. Ну а заодно на ней красуется надпись «От производителя лучшей игровой гарнитуры». Нескромно. Но главный плюс коробки в том, что в ней скрывается парочка полезных аксессуаров. Съемный микрофон на гибкой ножке и дополнительный кабель с раздельными аудиоштекерами, который упрощает подключение к аудиокартам. Дизайн гарнитуры строгий и лаконичный. Во-первых, она целиком и полностью сделана из матового черного пластика. Во-вторых, на внутренней части нет удобной эластичной ленты. Вместо нее использована классическая накладка из пены и кожзама. Немного непривычно для SteelSeries, но минусом это явно не назовешь. Единственное, что можно отнести к недостаткам – фиксирование положения чашек. Вращать их не получится, значит нужно будет внимательным перед покупкой и проверить, как они сидят на голове. Еще одной маленькой проблемой может стать компактность наушников. Они не складываются и будут занимать больше места в вашей сумке. Но подождите, не переживайте, остальные достоинства серии компания решила оставить. Arctis RAW обладает небольшим диаметром оголовья, так что подойдет она и подросткам, и девушкам, и даже детям. Она не будет соскальзывать с головы или менять своего положения. При этом регулировка размера возможна в больших пределах, так что и мужчины не будут обделены. Форма и конструкция чашек всегда была одной из фишек SteelSeries, так что приятно, что эти части устройства производитель менять не стал. Амбушюры остались такими же мягкими, с отличной пеной и дышащей тканью. К счастью, упрощение не коснулось и органов управления. По традиции на левой чашке разместился регулятор громкости и выключатель для микрофона. Вначале я уже говорила о том, что в этой модели съемный микрофон, и это не единственная его особенность. Производитель использовал гибкую ножку, правда свое положение она фиксирует не идеально. Поднести микрофон точно к рту не получится. Так что очень хорошо, что сам по себе он качественный, двунаправленный и без искажений захватывает речь. И что еще приятнее, дополненный качественным шумодавом. Несколько слов достоин и кабель. Он у Arctis RAW несъемный и около 2 метров в длину. Этого достаточно для ноутбуков и консолей, а для ПК вы скорее всего будете использовать дополнительный переходник и получите еще больший запас по длине. Знаете, за что любят наушники SteelSeries? Конечно, за привычно хорошее звучание, от которого всегда знаешь, чего стоит ожидать. С Arctis RAW, к счастью, экспериментировать не стали. Производитель использовал точно такие же динамические драйверы диаметром 40 мм, как и в Arctis 3, 5 или 7. И звучание получилось очень похожим, насыщенным, сугубо игровым, с отличной проработкой низких частот и, как следствие, мощными взрывами, выстрелами и спецэффектами. С позиционированием звука также все хорошо. То есть ориентироваться на звук в игре вы действительно сможете, и он будет вам помогать, а не отвлекать от игрового процесса. Что особенно приятно, гарнитура не лажает и при воспроизведении музыки. Средний диапазон тут проработан на отлично. Басы не перебивают с собой все остальное и оказываются вполне мелодичными. Что же, Arctis RAW – это отличное решение для всех тех, кому надоели пестрые светящиеся гарнитуры. А еще это достаточно бюджетные наушники, которые отлично справляются не только с игровым звуком, но и с музыкой. В общем, обязательно возьмите себе на заметку эту модель, когда будете присматривать себе новые наушники. А также не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии и ставить лайки. Пока!